Привет, друзья! Недавно я показывал свою домашнюю мастерскую, как я дома мастерю за кухонным обеденным столом. Уголочек все ставлю. И вот следующий шаг. Я каждый шаг не хочу назвать. Вот он первый шаг. Но первый был давно, когда я все-таки решил заняться кожей и купил свою кожу, когда у меня в голове пришло осознание, что почему бы не попробовать, почему бы не заняться. И этих шагов было много-много, и их еще предстоит еще больше. Но вот очередной шаг сделан. Офисное помещение. Счастливая цифра 9. И вот мой офис. Я переехал всего лишь вчера. Перевез все вещи. Тапочки. 3 на 3,5 или около того. 10,5 квадратов. Может, чуть больше. Очень мне нравится, что здесь 2 окна. Света много. Но сейчас 6:30. Я встаю в 5 утра. Там все свои утренние процедуры. Прошелся пешочком 3 километра. И вот налил кофейку, и вот 6:30 я уже готов приступить к работе. Грязно пока, помыть нужно. Здесь 2 стула, стол, это пока все арендатор мне дал. Буду закупаться и мебелью, и инструментом. Мой наборчик, чемоданчик, немножко выставил. Химию, когда не работаю, не накрываю вот так вот, но думаю, в коробочку поставлю, потому что свет ей не то, что противопоказан, но на свету она быстрее портится. Срок годности у любой химии ограничен. Пусть это года, но тем не менее. То есть пока это вот так вот. Сейчас буду доделывать это портмоне для себя, для автодокументов. Самый простой вариант. Доделаю, сниму обзор. Пока что тоже так вот в не совсем порядке. Ну, для меня это уже какой-то порядок. Кожа хранится совсем неправильно. Вон там в углу будет, значит, сюда куплен стол. Такой немножко угловой. Кресло нормальное, поднимающееся на колесиках. Потому что комфорт работы – это важно. 2 стеллажа по метру, либо по 80 сантиметров для хранения кожи. Понятно, что нужна еще вешалка, либо крючки нормальные приделать, потому что пока что вот так вот. Мне помещение очень нравится, но светлое, теплое. Также 2 лампы будут куплены, которые прикручиваются к столу, которые так вот всяко гнутся. Свет тоже очень важен для работы. Что мне в этом помещении не совсем нравится, это вот такие вот открытые стены. Стены высокие, то есть через них не перелезть. При желании все можно, конечно, но в этом нет смысла. Но звук распространяется достаточно хорошо. То есть вот длинный коридор, по обе стороны офисные помещения, и стены — это, грубо говоря, просто перегородки. Перегородки. То есть между офисами. Ну, кто-то пернул в том конце, а я буду слышать здесь. И запахи тоже в том числе. Запахи ко мне уже возвращаются, к сожалению, наверное. Вот это единственное, как бы, что мне в этом офисе не особо нравится. А так я очень доволен. Стены серые. Один из моих любимых цветов за последнее время. 2 батареи, 2 окна, все тепло. Понятно, что шагов предстоит еще
еще очень много шагов предстоит. Но вот этот вот шаг, переезд в мастерскую, я предпочитаю назвать это не офис, а мастерская. То есть для одного человека 10 квадратов это вполне достаточно. Как для мастерской. Для съемки видео пока здесь ничего не оборудовано, но видео я буду снимать как бы так, опционально, а в основном показывать изделия, фотографировать их, а видео снимать, процесс работы, не знаю, буду, не буду, скорее всего буду, но это позже. И, друзья, ощущения от переезда достаточно сильные. Показывал? Нет, не показывал, не доделано еще. Ощущения достаточно сильные. Вчера были, когда я уже его перевез, все свои инструменты, кожу и так далее в офис. Но еще более сильные эмоции были, когда я получил этот офис. Я смотрел другой, это 9-й, я смотрел 6-й сначала. Он с одним окном, то есть просто справа-слева глухие стены, вот такие, а прямо окно. Да, тоже нормально, но когда я узнал, что свободный вот этот угловой офис, я просто очень обрадовался и сразу говорю, что давайте его. И я стою, оформляю документы, договор аренды на офис. Мне тут же там в Инстаграме поступает заказ, то есть мы с клиентом обсуждаем мой первый платный заказ. Да, это знакомые, друзья, но тем не менее. То есть я обсуждаю заказ, первый платный заказ, подписал документы. Я зашел в него, мне дали ключи, я зашел, он пустой, понятно что, но такой выброс адреналина, такие сильные эмоции, что я могу сравнить эти эмоции с эмоциями от прыжка с парашютом. Понятно, что там другое, там более резкие, здесь такие вот как бы теплые, приятные, расползающиеся по всему телу эмоции. Вот он мой офис, вот мой первый заказ, и это просто непередаваемо. Кто-то скажет, что это ерунда, что такого, ну снял офис, там за пятерку снять офис может любой. Это всегда все понятно, но у меня это, в моей жизни это впервые, это очередной шаг. Не первый, не последний, очередной. Этих шагов, повторяюсь, будет много. Я их чуть ли не каждый день делаю. Все, приступаем к работе. Пишите свое мнение, свои комментарии. Пишите заказы в Инстаграм, в группу ВКонтакте, на почту, если вам что-то нужно. Спасибо за внимание и пока.